Сокровище благих и жизни подателю. Приди, исцелися вны и очистены от всяких скверны. И спаси блаже души наша. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Исповедуйтеся, Господи, яко благ, яко век милость Его, обышедшим и душам имя Господне предъявляхся им, не умру, но жив буду, повем дела Господня, камень Егоша непригожий и ждучий, сей бысь во главу угла от Господа, бысь сей издивен в очи всех наших. Благословен гряды во имя Господне, Бог Господь, явися нам, благословен гряды во имя Господне. Благодарны сущие недостойные раби Твои, Господи, о Твоих великих благодеяниях на нас бывших. Славичи, дяхвалим, благословим, благодарим Твоим и величаем Твоим благоутробие и рабски любовью опием Ти. Благодетели, спаси наш, слава Тебе. Богородицы, прилежно ныне притесем, грешные смирение припадем, покаяние зовущей глубины души. Владычица, помази на немилосердоши, почисти погибаем от множества прегрешений. Не отврати твоя рабы, дыщи тябу единую надежду и мамы. Нищету Христов возлюбивши, бессмертной трапезы ныне наслаждаешься, безумием мнимым, безумием мира обличивши, смирением крестным силу Божию восприяла еси, сего ради дар чудодейственной помощи стяжавшая, Ксения блаженная, моли Христа Бога, избавитесь нам от всякого зла, покаяние. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородица, спаси нас. Святая Блаженная Мать наша Ксения, моли Бога о нас. Святая Блаженная Мать наша Ксения, моли Бога о нас. Си святие, молите Бога о нас. Си святие, молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Избави от бед, рабы Твоя многомилостиве, яко мы усердно к Тебе прибегаем, милостивому Избавителю Всевладыце Господу Иисусу. Спаси от бед, рабы Твоя Богородице, яко вси по Бозе к Тебе прибегаем, яко к нерушимой стене и предстательству. Призри благосердием себе, Твоя Богородице, мое лютое телесе озлобление, исцели души мои я болезнь. Моли Бога о нас, святая блаженная Мать наша Ксения, яко мы усердно Тебе прибегаем, скорой молитвеннице и помощнице душам нашим. Волмим, премудрость, волмим, прокимен глаз четвердый, помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Слышащи и вишни, преклони ухо Твое. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Премудрость прости, услышим святаго Евангелие мир. Всем и Духове Твоему, от Луки святаго Евангелие чтением. Слава Тебе, Господи!
слава тебе, Господи! Одни оны, восставши же Мариам, иди в горнее с отчаянием во град Иуда, и вниди в дом Захарины слова Елисавет, и быть всяко услыша Елисавет целование Мариина, взыграйся, младенец, в чреве я, и исполнися Духа Святой Елисавет, и возопи гласом велим рече, благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и откуда мне сие, да прииди, мати Господа моего, ко мне, сего яко быть глас целования твоего уши моею, взыграйся, младенец, радостями во чреве моем, и блаженно веровавшая, яко будет совершение глаголанным ей от Господа, и рече Мариам, и линчит душа моя Господа, и возрадовался дух мой, о Бозе спаси моем, и яко презре на смирение рабы свои я, все вот ныне ублажат мя в сироде, ибо сотвори мне величие сильный, и прибыть же морям с ней, яко три месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе, слава тебе, Боже наш, слава тебе, Пресвятая Богородица, спаси нас, Пресвятая Богородица, спаси нас, Святая Блаженная Мать наша Ксения, моли Бога у нас. Святая Блаженная Мати наша Ксения, моли Бога у нас. Си святие, молите Бога у нас. Си святие, молите Бога у нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Эй, мамы, иные, помощи. Эй, мамы, иные, надежды. Радуй тебе, владычице, ты нам помози, а на тебе надеемся, и тобою хвалимся. Твоего есть мы, рабы, а не постыдимся. О, милый нас Боже, повелись и милости твоей, молимтесь и услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ищи, молимся, милости, жизни, мире, здравии, спасения, посещения, прощения и оставления грехов рабов Божиих. Алексея, Вадима, Галина, Ирины, Людмилы, Галины, Виктора, Владимира, Зинаида, Витилава, Сергея, на Валентины, Надежды, Романа, Евгении, Натальи и сродников и рабов Божиих. Имя Олега, Евгения, Нины, Тамары, Романа, Алексея, Николая, Галины, Валерия, Татьяны, младенца Сергия, Клавдия, Юрия, Василия, Татьяна, Владимира, Артемия, Сергия, Ольги, Екатерины, Иоанна, Раисы, Александры, Натальи, Натальи, Марины, Веры, Зинаиды, Васы. Господи, всех зде предстоящих и молящихся, и рабов Божиих, всех болящих, страждущих, томящихся, и всех православных христиан, не остави, Господи, благодатной Твоей помощи по молитвам Святой Блаженной Матери нашей Ксении. Величаем, величаем тебя, святая, блаженная, мати наша Ксения, ничем святую, Сыну и Святому Духу, ныне, присно и во веки веков. Аминь.
Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Христос истинный Бог наш, молитвы пречистой Твоей Матери, святые блаженные Матери наши, Ксении же память дней благочестно совершает. Помилуй Ты, спаси нас, яко благ человека любит. Храни вас всех, вот Господь, с праздником. Подходим крестик целовать. Или мы вот так, вот так. Вот так. Можно было бы каждого, но ну, кому мало скажете. Сейчас. Кто индивидуально, подходите. Я всех индивидуально покроплю. Всех. Воды много, слава Богу. Всех. Теперь подходим к кресту, кому мало, я обязательно еще и покроплю.